Хасавюрце интересной эксклюзивной программой прибыл цирк. Всю неделю для горожан и гостей города развернулось красочное представление под шатром. В номера программы вошли групповые выступления акробатов, номера с экзотическими животными, зрелищное огненное шоу и многое другое. Вся уникальность представленной цирковой программы – необычные номера с дрессированными хищниками, парные выступления гимнастов. Наряду с захватывающими трюками разрядить напряженную обстановку в зале помогали элементы юмора на сцене между номерами. Наравне со зрелыми мастерами, которые объездили почти весь мир, понимаете, очень молодые артисты, вот вы сейчас видели, акробаты, это мастера спорта, которые вот начинают свою деятельность в цирке. Значит, здесь в условиях Шапито, понимаете, цирка Шапито, уникальные трюки. Это будет вот, значит, был групповой номер батут, потом будет групповой номер, этот самый, как его, колесо смелости и встречные качели. Это трюки, которые работают, это номера, которые работают на стационаре. Это редкостные трюки. Как обозначило руководство цирка, самой главной целью, с которыми артисты и трюкачи прибыли в Хасавюрт, служит подарить зрителям праздничное шоу. Особенно радует реакция детей, искренняя улыбка и восторженность от увиденного. Цирк расположился на площади имени Батырмурзаева. Бека Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».